Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Crossing Souls. Так, нам нужно с вами вот эту вот дверь как-то открыть. А ну-ка, Мэтт, подойди-ка сюда. К этому замку нужен ключ. Это понятно, а где нам ключ? Давайте-ка, наверное, вот сюда зайдем. Так, что это у нас тут такое? Поговорить. Малые деньги избавляют от забот, большие создают их. Я бы не против немного озаботиться. Чудно, нам нужно попасть в переулок лиловых черепов. Ах, нет, не могу, переулок мне не принадлежит. Но вы же здесь целый день, вы должны что-то знать. У вас точно нет дубликата ключа от ворот? Нет, и знать ничего не желаю про эти ворота. И ключа у меня нет. Вы уверены? Уверен, нет его у меня. Эй, а что это за странный ящик? Что в нем? Ключ к... То есть ничего, вообще ничего, что бы могло бы тебя заинтересовать. Там это, носки, там, вот, да. Вот бы его как-нибудь отвлечь. А? Ничего. Так, ребята, короче, я понял. Нужно что-то сделать, чтобы получить... Не трогай ничего, здесь нет ничего, совсем ничего. Конечно, ага. Если бы здесь ничего бы не было, ты бы так не паниковал. Похоже на грязь. Фу, липко. Что бы там ни было, надеюсь, оно не выбралось наружу. Так, это... Ай, острый. Доспехи какие-то. Это точно из средневековья. В общем, ребята, нам нужно как-то его отвлечь. Не трогай ничего, здесь нет ничего. Понятное дело. Хотя на самом деле ты, по-моему, врешь, дедушка. Ты все прекрасно знаешь, но не хочешь нам или давать, или говорить об этом. Так, а здесь у нас что такое? Ящики, да? Ну-ка. Сердечко, оно пригодится нам. Даже не одно. Так, все, здесь больше ничего нет, к сожалению. Интересно, а что будет, если я использую сердечко вот это большое? А, ребята, оно восстанавливает нам ХП. Ну-ка, давайте проверим вот здесь. Смотрите-ка, все точно. Надо закончить начатое. В общем, вот эти сердечки, что нам давали, большие, они восстанавливают нам ХП. Будем знать теперь. Так, а здесь у нас что? Блин, нам никак не выбраться. Я так понимаю, что нам нужно идти именно в правую сторону. Так, тут у нас тоже, смотрю, барахло всякое. Смотрите, там ящик какой-то вон лежит. И никак нам к нему не пробраться. Тут стена, видимо, да? И не перепрыгнуть, и не перелететь. Ладно, пойдемте тогда этого деда колоть как-то, я не знаю. Так, ну что ж, давай, Мэтт, постреляй-ка здесь. Ничего не разбить нам. Доспехи эти не разбиваются. А трясется он за этот ящик, я так понимаю, ребят. Угу, видите, сразу же. Не трогай, там ничего нет для тебя интересного. Блин. Ну, а может быть, с ним еще разок поговорить? Может, как-то переубедить его надо? Нету у меня ключа, нету ключа у меня. Если бы у меня был бы ключ лиловых черепов, то у меня бы были бы в придачу и проблемы. Ладно, ладно, мне просто хотелось чего-нибудь купить. Ах, да? Ну, то-то же. Чего бы тебе хотелось? Давайте, наверное, что-то волосатое. Замороженный йогурт нам, пожалуйста. Будьте добры. Этого у меня нет, это запрещено в штате Калифорния. Замороженный йогурт — это плохо. Ну, тогда я возьму лягушачьи лапки, карри и палочку корицы. И глаза летучей мыши. Пойду посмотрю в полуфабрикатах, я скоро вернусь. Ничего тут не поломай. А если поломаешь, заплатишь. Ага, ребята, вот он уходит. Смотрите-ка. Так, пойдемте-ка быстренько ящик мы этот свистнем. Что такое? Да ладно тебе, дед. Я пуст. Похоже, кошки все съели. Очень плохо. На следующей неделе у нас будет еще. Ой, хе-хе. Как раз вовремя, да? Так, погодите, ребята. Что-то здесь не то. Так, понятно, что у тебя нету ключа. Так, давайте-ка мы закажем у него что-то волосатое. Я хочу что-нибудь такое волосатое. Маленькое, с острыми ушами. И, о да, с аллергией на воду. У меня как раз есть то, что вам нужно. Ох, правда? Ух ты, ладно, принесете? Я сейчас схожу и не приближайся к этому ящику, я не болван. Не, что вы, и в мыслях не было. Конечно. Давайте-ка, ребятушки, быстренько. На этот раз, наверное, мы успеем. Да чтоб тебя... Блин, ты посмотри.
Я пуст. Похоже, кошки все съели. Понятно. Ой, хе-хе. Как же вовремя, да? Так, у нас, ребята, там еще один вариант есть ответа. Глаза тритона. Хорошо, я ищу, глаза тритона. Ладно, сейчас принесу. Слишком просто. Нет, стойте. Мне нужны глаза тритона, но только с Балтийского моря. Желательно с тройным веком. Один с гипертропией, а другой с астигматизмом. Нифига ты выдал, Крис. Ну что, вроде бы озадачен. Не знаю, зачем они тебе, но у меня в магазине завалялась парочка. Я скоро вернусь, ничего не трогай. Ну, надеюсь, мы на этот раз его озадачили, да? Пойдемте-ка бы с... Нет, ребят, ну это фигня. Ничего он не хочет. Понятно, что ты пуст. И как всегда вовремя. Слушайте, а знаете, что я подумал? Он же включает вот этот вот рычаг. Может быть, мы сделаем вот так вот. Пускай он пока нам несет что-нибудь. А мы попробуем к нему сюда пройти, вовнутрь, и вот этот рычаг нажать. Прокатит это или нет? Открыть. Ага. Вот так вот. Что-то загремел. Нет, не стоит здесь ничего трогать. Не стоит злоупотреблять добротой старины Шена. Так, ага, хорошо. А ящик мы вот этот сможем открыть на этот раз? Ау, золотой ключ. Золотые ключи могут открывать главные двери. Ну вот, ребятушки, что я требовал сказать. А мы можем ему помочь, старику этому? Нет, туда мы даже не можем забежать. Так, а в этих ящиках, да, ничего нет. Они, видимо, здесь просто так для красоты сделаны. Ну что же, ключик мы с вами нашли, я так понимаю, это, скорее всего, от этих дверей. Давайте скорее использовать. Разблокировать. Отлично. Так, а вот теперь я посмотрю, что вот это за ящик такой у нас. Ослепляющий фонарик. Очень интересно. Ладно, побежали. И что у нас тут? Опа. Найди принца Квинси и избавься от этих проклятых лиловых черепов. Остерегайся бочек со взрывчаткой или нет. На старт, внимание, бей. Не понял, мы тут что, будем драться, что ли? Так, ну здесь какие-то... Оу, ё-моё, лиловый каратека. На-ка, выкуси, блин. Ёдрёно, вот эти ботаники тут, смотрите-ка. Взрывчатку бросают, петарды свои. Иди сюда, очкарик, получил свое. Слушайте, ну они... Ага, довольно ватные, ну и тут что-то слишком много. Так, ты не припухли, блин? А, каратека, лиловый череп. Так... Блин, у меня очень мало жизни, ребята. Так, давай-ка. Вот так. Слушай, Крис, ну я не думал, что ты такой слабенький. Вроде с бейсбольной битой, а бьешь так. Вот то ли дело у нас большой Джо. Как звезданет с удара, так все. Так, ботаники, иди отсюда. Если бы еще не подклинивало у меня управление, было бы вообще шикарно, ребят. Так, иди сюда. Готов. Два ботана осталось всего лишь-то. Мне нужна Чарли, вот она. Вот, ей тоже, в принципе, неплохо. Она своим, так сказать, кнутом скака... Ого, смотрите, какой амбал вышел. Ох ты! Он меня еще и оглушает. Толстяк лиловых. Слушайте, довольно быстро разбирает. Очень мало хп у меня. Так, ну-ка. Блин, кого взять-то? У всех очень мало жизней. О, большое сердечко. Давайте возьмем. Не хватило нам полностью отхилиться, конечно. Во, маленькая хотя бы, и то сгодится. Так, а здесь что? Ослепляющий фонарик был. Этот фонарик, кстати, нужно будет тоже потом проверить как-нибудь. Давайте здесь все побьем. Маленькое сердечко. Замечательно. И вот этот ящик давайте. И еще маленькое сердечко. Так, ну вот эти вот бочки. Ох, ё-моё. Да, они взрываются, поэтому лучше их не трогать. Ну иди сюда, ага, лиловый каратека. Готовы. Так, а тут у нас и каратеки, и лиловые черепа, в общем, вся шайка-лейка. Да что ж за фигня-то. Ох, ребята, одно сердечко осталось у меня, у Чарли. Ну-ка, ох ты, с удара просто. Так, ну-ка давай, амбал на амбала. Ну я-то круче, ё-моё. Ну единственная проблема, что выдыхаемся, мы опять же быстро. Ботаник слег. Так, иди сюда, каратека. Какой ты, блин, каратека. Лузер, вот кто ты. И черепок остался лиловый. Мимо. Получи, гаденыш.
Так, вот эту вот бочку, наверное, можно, ребята, разбить, да, одну? А ну-ка, давайте расстреляем. Так, подожди, Мэтт, ё-моё. Так, давай-ка, стреляй. Тут у нас пусто, и здесь тоже ничего. Ага, смотрите-ка, наверх что-то там у нас, какая-то цель отмечается, а как мне туда попасть? Интересно. Пробить я не смогу, это однозначно. А, вот, куда надо идти-то. И смотрите, большой сундук. Во, то, что нужно. Сахарное сердце. Как раз восстанавливает полностью ХП. Так, ох, сколько здесь бочек. Опасно это, ребята, опасно. Потому что я чувствую, сейчас, наверное, будут разборки здесь нешуточные. Кстати, смотрите, ящик лежит. Надо нам обязательно его вскрыть. Там что-нибудь хорошее лежит. Опять фонарик ослепляющий. Маленькое сердечко, замечательно. Так, я думаю, что вот эти бочки, наверное, надо все расстрелять. Хотя мне бы они не помешали, знаете, когда? Когда эти выйдут враги, во. Да. Мэтт, ё-моё. Беги, беги, беги. Блин, у Чарли тоже очень мало жизни. Этот амбал мне бесит. Ох, ё-моё. Так, ну что, вся надежда на Джо. Он-то меня не подводит. О, большое сердце получили. Хе-хе. Так. Не подойдете, гады. Получи ты. Так, батан, ты достал уже на самом деле уже. Так, сейчас я его, ребят, подловить должен. Сердечко, сердечко. А я не успел. Черт бы его поправил, но со своим динамитом достал уже, а? Нет, Чарли не подойдет. Вот. Большой Джо будет всегда разбираться, когда этих врагов куча. У него удар так удар, да? Ага, здесь нужно, ребятушки, по всей видимости, прыгать нам. А это у нас Крис по прыжкам, мастер. Слушайте, вот это что-то мне не нравится. Так, и что мне здесь сделать? Пройти могу? Или перепрыгнуть? Нет, здесь шипы, ребята, и здесь нельзя пройти. Так, бочку трогать эту нежелательно. Слушайте, давайте попробуем Крисом отбивать. Помните, учил нас батя? Все. Ай. Отлично у нас выходит все это дело. Сколько же в тебя еще попадать? О, готов? Есть, отлично, взорвался он. Пулемет лиловых. Так, ну что же, давайте, наверное, подкрепимся маленько, да? Что это у нас тут такое? Что это за свалка вообще? Бочки разбиваем. Кстати, вон там бочка, ребята. Ой, ящик, даже два ящика. Ух ты, шикарно. Сахарное сердце, ослепляющий фонарик и еще одно сахарное сердце. Предлагаю подхилиться по полной программе. Так, давайте мы, наверное, с вами Мэтта подхилим. Да, и по ходу дела нужно будет нам... Так. Я не знаю, можно было бы, в принципе, и Чарли подхилить, да? Все, больше здесь ничего нету. Дайте-ка я проверю, что такое ослепляющий фонарик. Ага, ребята, это у нас какая-то, видимо, вспышка ослепляющая происходит. И они, видимо, ничего не будут видеть. Так, сахарное сердце. У нас две штуки. Давайте, наверное, подлечимся. Так, Чарли вылечена. И большой Джо тоже. Все, можно, в принципе, спокойно идти. Что это такое здесь у нас? Оу. А, вы не пройдете, только через мой труп, ха-ха-ха. Вот тебе, получай. Большого Джо лупит, а ему пофиг. На-ка. В помойку его отправили. Мы пришли за тобой, Квинси. Верни нам аппарат, который ты украл. Аппарат? А, это нет, фиг вам, он мой. То, что принадлежит мне, мое. Могу разве что люлей вам отвесить. Из-за тебя погиб мой брат. Ты тут единственный, кто получит по башке. Хм, разве ты не преувеличиваешь? Я не убивал твоего брата. Это ты не уследил за ним. И только ты. Ты смотри-ка, раздухарился. Пошел ты. Верни свои слова назад. Ни за что, разговор окончен. Готовьтесь к худшему. Мы готовы. Понеслась, ребята. Принц Квинси. Нифига он что тут вытворяет. Ох ты, он и не один еще будет.
Так, он еще тут нотами бросается, оказывается. Ребята, вы представляете? Под кого-то за костом он делает. Я даже знаю, под кого, не буду говорить. Гад! Ну, давай, давай, давай. Большой Джо, ну как же ты быстро выдыхаешься, а? О, с удара двоих, неплохо. Ну-ка, иди. Вот так вот. Как говорится, ни мне, ни тебе. Но ему, видимо, пофиг на все. Ты задолбал меня уже своими этими нотами. К нему, ребят, когда подходишь, он начинает эту фигню свою, оглушающую волну пускать. Смотрите. Так, Джо, держись, держись. У тебя мало хп, надо менять его обязательно. Ой. Черт подери, вот эти вот ботаники все достали уже. Эти лиловые поджигатели, лиловые каратеки. Вот так вот. Ха-ха, двоих урыл. Да нифига он крепкий малый, а. Так, Чарли, давай, пробуем с тобой. У тебя кнут. Ну, ай-яй-яй. У нас уже у всех мало жизни, ребята. Если сейчас нас подобьют, мы, боюсь, проиграем. Эх ты. Все, будем его бомбить. У него уже немножко осталось, ребята. Так. Джо, у тебя мало жизней. Так. Одно сердечко там с большим. О, готов, охламонище. Все-таки я его подловил, накумарил. Мое лицо, оно разбито. О, моя машина. Теперь осталась только одна вещь, чтобы подготовить дуат. Какая? Гамма-батарея. Я знаю, где такую достать. И где же? Давайте убираться отсюда, объясню по пути. Согласна. Чувак там в помойке лежит. Будь ты проклят, ты заплатишь за это. Ну, итак, мы достали машину. Теперь самая важная часть. Инфильтрация. Инфи что? О чем ты говоришь, Мэтт? Да-да, настало время немного пошпионить. Как я уже говорил, нам нужна гамма-батарея, чтобы то, что случилось с Кевином, больше не повторилось. И я знаю, где ее взять. И где же? В школе. Да ладно тебе, чувак, сейчас же лето. Не заставляй меня возвращаться туда до начала учебного года. Итак, ты предлагаешь нам прокрасться в школу? Точно, мы можем пройти через вентиляционные трубы на крыше. Ладно, если другого выхода нет, стоит поторопиться. Я должен снова увидеть брата. Ну, а на этой ноте, пожалуй, я буду завершать свое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то ставим лайк, и мы обязательно будем ее проходить дальше. Ну, а на этом, пожалуй, и все. Всем пока, до скорого и до новых видосиков. Чао, ребят.